10 минут говорю, рассказываю эксперимент один психологический, задаю один вопрос на подумать, не обсуждаем, не спорим. Вот. Значит, эксперимент, я уже много экспериментов разных психологических в последнее время рассказывал, смысл всех их сводится к тому, что сознание нас обманывает, постоянно обманывает. То есть мы видим не то, что как бы потом оказывается, и при этом воспринимаем это за чистую монету. Это эксперименты с обезьяной, и есть интересные эксперименты, когда человеку его руку, собственно, убирают, а подкладывают резиновую, и он воспринимает ее как своя рука, и когда заносит, он отдергивает и ощущает даже. Вот. И этот вот эксперимент с резиновой рукой продлили, модифицировали. Значит, человеку шлем с виртуальной реальности надевается, он видит, в принципе, свои руки видит через шлем, и видит зеркало, перед которым он стоит. Но на зеркало проецирует не его отражение, а смодулированное отражение с виртуальной реальности, которое полностью как бы повторяет его движение. Ощущение полностью. Человек через некоторое время, походя перед зеркалом, подвигавшись, ощущает, что это его отражение. Все, закрепилось. Сознание показывает ему отражение. И дальше... еще плюс у человека такой... Ошейничек. Нет. Маленький просто ошейничек там с вибратором. Вот, который включается в один момент. Так он включается тогда, когда изображение начинает говорить. Изображение говорит, человек смотрит, все, никаких у него реакций, отключается, его спрашивают: вы говорили во время эксперимента? Да, я разговаривал. То есть практически, там статистически кто-то меньше, больше, но статистическое большинство утверждает, что они говорили. То есть настолько обманывает нас сознание. То есть вот зрительное то, что он видит, что он открывает рот. Он открывает рот и говорит, что да, я говорю вот то, что вот он слышал. Вот. То есть вот такой вот эксперимент, показывающий, что верить нашему сознанию и что мы живем внутри сознания, которое нам подставляет, как мы обсуждали в прошлый раз, что мячик не в том месте, где он есть, а там, где бы он был рассчитан. Вот. И тут вот вопрос, который я задаю себе и задаю всем. Значит, мы знаем, что мы живем внутри своего сознания, мы замкнуты внутри своего сознания, которое имеет отношение к так называемой объективной реальности, ну, какое-то имеет, да, но все равно мы не утверждаем, что вот мы живем в объективной реальности, мы каждый живем внутри своего сознания, то, что она нам построила. А теперь вопрос, а муравей живет в объективной реальности? Вот мы видим, ползет муравей, мы говорим, вот там, вон там, вот. Мы представляем, что как будто муравей живет в объективной реальности, с научной точки зрения. А почему? Почему его мозг не делает то же самое, что наш мозг с тем, что поступает снаружи? Это к вопросу о том, что же такое сознание. Если у сознания муравья, то есть если мы отказываем муравью в сознании, в той картинке, которая вот подстраивается под его деятельность, то значит, он видит объективную реальность. Мы видим сознание, картинку сознания, которая подстраивается под нашу деятельность, под нашу пляску, под якобы зеркалом, да? Вот. А муравей обязан видеть объективную реальность. Ну, либо вообще не видеть. Мячик катится. Ну, муравей-то видит, мы знаем, что он видит. Что, если ты у него что-то там поставишь, он, ну, или у него все равно есть ощущения какие-то. Он ведет себя согласно тому, что что-то там вокруг него творится. Ну, они же тоже ошибаются. Конечно, ошибаются, да. Но вопрос, то есть, когда мы ошибаемся, мы можем сказать, что нам сознание построило неправильную картинку реальности. Но когда муравей ошибаемся, мы говорим, что у него сознания нет, объективная реальность, он просто ошибся. Он кто? Вот механизм, почему механизм, который у высокоразвитого существа, человека, основан на том, что наши органы чувств и работа нашей нервной системы строит нам картину мира, которая не имеет ничего общего с натуральной, ну, с тем, что вне нас. То есть мы... Почему не имеет всего общего? Как очень, вот, пожалуйста, вот человек смотрит в зеркало, ничего не говорит, но ему кажется, что он говорит. Ну, я понимаю, как... Вот, если человек, значит... Это можно объяснить же, это же как бы и на это есть объяснение. Конечно, есть объяснение. Так... Есть же и простые эксперименты. Подожди, где... подожди, ты сейчас, Булат, чем споришь? Вопрос же был другой, про муравья. Не, просто понятие есть адаптивность. Надевают очки, которые мир переворачивают. Так почему, да, это же, почему у муравья нет такой же адаптивности? Не, может быть и есть, просто... Ну, вот у меня вопрос про муравьев. Сформулируйте еще раз вопрос про муравьев. Если его сформулировать точно, почему мы говорим о том, что у нас есть картинка сознания, и как-то очень затрудняемся сказать утвердительно, что у муравья есть картинка сознания. У мыши летучей есть картинка сознания, которая совершенно отличается от нашей. Она что раз существует не в объективной реальности, она существует в той картинке, которую, получается, выстраивает ее мозг на основе эхолокации. Да, но у мыши нету картинки, которые строят сознание, по той простой причине, что у нее нет сознания. Нет, так, кстати, эта картинка есть сознание. Нет. Ну, так нет. Игорь, можно сказать так, что сознание у него есть, просто у мыши нет самосознания. Самосознания нет, да. И сознания как такового нет. Нет, самосознание, там вопрос такой, что если некоторое животное различает себя вот в этой картинке, как вот я вот вижу, что я себя, значит, самосознание есть. Большинство низших животных не различают себя в этой картинке, они не присутствуют в ней. Самосознание появляется несколько тогда, видов всего, да. Что... Несколько видов всего, так, понимают. Да, то есть они... И понимают, что одно, всего несколько видов на планете. Да, то есть несколько видов обладают самосознанием. Нет, тут, видите ли, в чем дело? Мы упираемся в определение. Вы только что задали вопрос про муравья. Почему мы не можем про него так сказать? Я думаю, что мы не можем про него так сказать, потому что мы не понимаем, что такое сознание. Сознание, оно где находится? Если мы воспринимаем сознание как работу мозга, да, как нервную систему... Нет, так, не так. Вот. Если мы говорим про сознание с другой точки зрения, то поведение муравьев показывает, что у них существует коллективное сознание, да, то есть они между собой... Но это терминологический вопрос. Они связаны как нейроны в мозге, да, то есть они примерно так же взаимодействуют. Я бы назвал, у них существует коллективный мозг, коллективный разум. Коллективный разум. Разум, не сознание. Сознание персонально. Потому что если у вот этого конкретного муравья нет картинки, куда он ползет, он видит. Вот давайте вот еще что отметим. Нету муравья. Насколько это все как бы философски шатко еще, да? Ну, вы говорите картинка, и не случайно. Вся как бы философия, вот, и аналитическая в том числе, она в качестве примерного восприятия зрения имеет. Понимаете? Нет, нет, это важно. Аналитическая философия называет experience, то есть это опыт, некое восприятие, не обязательно зрительное, слуховое, тактильное, любое. Вот вся. При таком случае у меня нет картинки, нет ни сознания, ни картинки. Почему? Как в инфузоре туфелька. А почему нет? Потому что есть непосредственная реакция. Вот в инфузоре туфелька в одном месте вода нагрелась, и она... по своими ресничками переплыла в холодную, но нету здесь картинки ни воды, ничего вообще есть, непосредственная реакция. Есть. Как у сливного бачка. Нет, просто обратите внимание, что если мы говорим про слуховое восприятие, про вкусовое восприятие, вам очень трудно будет взять вот это вот восприятие и как бы поместить его как картину, именно как картинку. Подожди, отдельно. В кавычках. Нет, в данном случае вам очень трудно отделить. Нельзя отделить. Нет. Я вот дано и все. Вот в чем автоматизм вот этого действия отличается от вот этой ситуации сознания. Потому что автоматизм – это мгновенный переход от вот этого стимула к реакции. Да. А здесь есть задержка, вот эта картинка, которая не обязана разрешаться во что-то. Она как бы стоит рядом, понимаете, рядом с процессом действия. Вот есть процесс, стимул, реакция, а вот есть картинка происходящего. И это важно, и это и есть сознание. И вот у муравья это не так. У меня вопрос тогда. А у муравья может быть депрессия? Я их встречал в своей жизни. Это такой психологизм. То есть, конечно, нет. Тогда, наверное, и сознания нет. Нет. Это чисто... Когда мы говорим о сознании, нужно прежде всего отличать то наполнение сознания. Вот депрессия – это то, что мне дано в сознании. Да. Мне дан стол, даны мои чувства, даны мои мысли, но сознание, но ни стол, ни мысли, ни чувства не являются сознанием, они не даны в сознание. Поэтому у муравья дано нечто другое. Не обязательно. Сознание может быть разного уровня. Есть сознание, скажем, отличает, примитивно отличает прутик вертикальной и горизонтальной линии только, или только движущееся что-то. Есть сознание, которое отличает еще себя от деревьев, отличает. Есть сознание, которое отличает мысли, эмоции, чувства. То есть это объекты внутри сознания. От того, что у нас... Скажем, я сейчас буду находиться в медитации и лишусь чувств мысли, я не потеряю сознание. Я остаюсь в сознании. Оно будет чисто, но сознание. Но вы не лишитесь мыслей и чувств? Нет, могу лишиться. Нет. Образы все равно нет, нет, в любом случае, вот у меня сейчас есть мысли, я могу отключить мысли и не буду мыслить какое-то время. Это очень тяжело, очень трудно. Можно даже лишиться образов. Медитация на пустоту – это самое сложное, но тоже допустимо. Но при этом человек не теряет сознание, он остается в сознании. То есть сознание – это то, где различаются объекты. Они определяются, уровень сознания определяется этими объектами. Какие они? А вот интересно, кстати, есть же такое заболевание у людей, я не помню, как оно называется, когда человек вдруг замирает, и все, и не реагирует ни на что. И будет не реагировать до тех пор, пока до него кто-нибудь не дотронется. Вот в этот момент он теряет сознание или нет? Все зависит от того, вспомнит ли он, что происходило в это время. То есть это может быть физиологическое... Если это физиологический ступор, он все, то, конечно, остается в сознании. Если ничего не помнит, значит сознания не было. Ну вот просто странно, конечно, что если ничего не помнит... Но, с другой стороны... Ну а как? Мы говорим, что... Потому что помнить это самосознание. Нет, не помнить ни себя. Я помню стол или не помню стол, причем здесь самосознание. Потому что он, может быть, помнил в процессе, а потом забыл. Вот он, может быть, час был в сознании, понимаете? Вот, все осознавал, все помнил, что происходило час, а потом раз и забыл. Нет, имеется в виду, что конкретно вот на данный момент. То есть, либо вообще, а забывание это уже отдельный процесс. Нет, есть же граница перехода между разными состояниями сознания. И когда человек переходит, он часто забывает то, что было. Ну, вот, например, сон и явь. Мы просыпаемся и забываем то, что было во сне. Да, но это не значит, что у нас не было сознания во сне. Да, нет, имеется в виду, что мы хоть... Вообще отдаем себе отчет в том, что было. Но шизофреники, там, вот когда там раздвоение личности и так далее, когда один субъект действовал, понимаете, и он второй все помнил, а второй ничего не помнит. Но при этом он находится в сознании. То есть Булат прав, что память, как бы, это все-таки самосознание. Тогда, значит, белочка, которая кладет орешек куда-то, обладает самосознанием, потому что у нее есть память, она прекрасно... Более того, сейчас эксперименты проводились тоже. Значит, белочка, орех, два типа орехов. Ну, я могу вспомнить, что одни долго хранились, другие медленно, мало хранились. Да? Так вот, она еще помнила, что она положила. То есть в начале зимы она оббегала те места, где скоро портящиеся были, а к концу зимы те, которые поздно портящие. То есть она мало того, что он помнит, куда положил, так еще что положил. Как они помнят на самом деле? Как вообще животные помнят? Они оставляют свои следы, как бы в виде там... Да, она летом значит, бегала, а потом зимой видит эти следы. Она действует тем способом, как собаки. Они для того, чтобы понять территорию, что они ее метят. Ну, нет. Последние эксперименты нейронные с мышами, значит, закрепляют это там всю конфигурацию, так выясняется, что у них есть полная, если они пробегали какие-то лабиринты, полная картинка лабиринтов остается у них зафиксирована в гиппокампе, то есть там четко, вот она уже, она знает и помнит этот лабиринт, а не то, что каждый раз тычется. И ни следов никаких не оставалось, а именно память. Есть две виды памяти. Памяти независимая, которая у нас находится в мозгу, а есть память зависимая, просто в зависимости и запахи, там какие-то понятно. В любом случае, на местности ориентируйтесь, просто память, которая ориентируется на местности. Как мы, бывает, попадаем в знакомую ситуацию и все вспоминаем. Но мы же не помнили это, допустим, это еще какое-то время назад. Нет, пока не попали в нужное место. У животных есть память. Просто есть два вида памяти. Есть память как бы реактивная, которая на месте ориентируется, а есть память, которая самосознательна в том смысле, что вам не нужно для этого попадать в нужное место, вы просто как бы помните это и все. Ну, безотносительно. Конечно, естественно. Если белочка, если у нее голод, то она должна в какую-то сторону побежать. Она просто... она что, будет бегать и искать долго? Она бежит целенаправленно туда, где спрятала. А вот, кстати, про эти разные виды памяти тоже интересный момент. Пчелы же, когда пчела-разведчик летит и находит там, где кормежка есть, да, где поле с цветами, она прилетает и другим показывает знаками, куда лететь. тогда получается, что у пчел есть вот этот вот второй вид памяти, о котором ты говорил. Потому что это она безотносительно. Они там не бывали, но они знают, куда лететь. Нет. Потому что когда улей с места, где они живут, передвигают на пару метров в сторону, пчелы не могут его найти, не вот кружат вокруг этого самого улья и все. Так это есть память, значит? Ну а что же они не могут найти? Получается, они не по запаху, они по месту. Значит, память. Что есть по месту? Ну, значит, не, ну, может, у них есть геолокация какая-то. Ну, кстати, они тоже могут чувствовать магнитное поле. Как у мышей же есть какая-то там геолокация? Или у этих, ну как у них. Но есть привязка, может быть, есть привязка, как бы, может, они чувствуют. Ну, говорят, что животные, там, эти кошки, собаки, там, находили, там, их увозили, бог знает куда, да, там, да. За сотни километров они как-то там находили. Ну, в любом случае, форма памяти какая-то. И она не связана с самосознанием. Нет, я говорю, есть действительно форма памяти, не связана с самосознанием, а есть то, которое вы говорите, вспомнить, как бы, да, что было. Это связано с самосознанием. Почему? Потому что это отдать себе отчет. Потому что это может быть отсутствие сознания, а может быть прерывистость сознания. Нет. Вы согласны? Здесь можно, нет, здесь прерывистость сознания. Нет, здесь можно трактовать так, что у нас в сознании имеется множество различных элементов. И один из этих элементов – это в память, то, что мы помним. Это также элемент сознания. Для этого не нужно, для того, чтобы воспринять что-то в памяти, не нужно самосознание. Да, ну и случайно, как бы вдруг запомнил, там, типа, вот я запомнил какой-то случай, да? А вдруг, вы говорите эксперимент, вот какой-то поставили эксперимент, вот. А что вы помните? Нет, я не говорю просто обычной памяти. То, что мыши, белки помнят, обладают неким знанием о прошлом, которое помогает им ориентироваться в будущем. И это не говорит ни о каком самосознании. Просто я согласен с тем, что, конечно, есть память, которая никаким самосознанием не обладает. Нет, естественно. Так мы на этом уровне и говорим. Есть, конечно, есть. А когда эксперимент ставите, когда вы... С человеком, я не говорю про человека, а про животных. Вот. Естественно, что есть память какая-то высшего порядка. Вы просто определили сознание вот негативным образом. Да? То есть вот человек сидит, если он утратил сознание, вот он, то есть если он вот в ступор этот впал и потом не помнит, да, то вот. Это, типа, он потерял сознание, вы говорите, да, то у него не было сознания. Мы говорим, нет, это не так, может быть, оно просто прерывистое у него, понимаете, может быть, конечно, другой субъект заступил. Да, понимаете? Конечно, другой субъект заступил. Это мы еще можем вспомнить Лейбница. У Лейбница была очень интересная штука в монадологии, что он говорил, что вот у разных тел есть управляют разные монады, разной степени. И что когда человек теряет сознание, это душа, разумная монада, остановилась. Но само тело продолжает жить, и там тоже есть какая-то монада, которая им управляет. Вот. То есть, естественно, что когда человек падает в обморок, он теряет сознание одно, а второе сознание, которое управляет, ну, скажем, телом. Мы говорим не про это. Монадология – это чисто курьезная философская теория. Там, ну, конечно, как любая. Как и любая философская теория курьезна. Ну, не знаю тогда. Вот, а кстати, очень интересный момент. Но ладно, когда там потерял сознание, вот у меня было, я как-то, когда в университете учился, жил в общежитии, и там душ был, и надо было через коридорчик, ну, небольшой пройти, чтобы в комнату. Я помню, когда у меня была температура, я еще принимал горячий душ, у меня сознание полностью вырубилось. И очнулся я уже только в комнате, сидя на кровати. То есть, как вот этот кусок я прошел, я не помню. Я помню, что мне стало плохо, я думал, что... Но это мы называем, что без сознания. Да, ну я как-то даже дверь открыл, там на школу она была закрыта, то есть мне удалось выйти. То есть, но... из того, что он не помнит человека, он без сознания. А мы говорим, что нет. Нет. Сознание было, но не было самосознания. То есть, он из себя не сознавал, поэтому нет. Ну вот смотрите, есть эксперимент, не эксперимент, есть болезнь такая, короткая память у людей. Они там короткий участок своей жизни вот прошли, а потом не помнят дальше. Но при этом они все время находятся в сознании. Понимаете? Вот. Но если, то есть, если нету памяти вот вообще, скажем так, здесь у нас такая сложность возникает, что нельзя определять сознание через память. Потому что памяти может не быть. Вот мы об этом. Да, но как критерий отсутствия сознания, то есть одно дело, я вижу этот стол, но не помню... хоть что-то другое, не помню, у меня нет памяти, но вот теперешняя картинка есть. Это есть сознание. То есть можно предположить так, что они видели, но каждую следующую секунду забывали? Может быть и так. Ну, важно что вы-то внешним образом пытаетесь определить. Вот он потерял сознание, вот он нашел. Но он-то сам знает, что он не помнит. Он сам знает. Ну, сейчас, человек пришел в сознание и говорит, а где я? Значит, у него вот в предыдущий момент не было сознания. Ну, а если под гипнозом потом он начинает вспоминать, тогда будет... Да, нет, не обязательно. Так... Здесь есть, значит, такая с гипнозом картинка такая, что в принципе мозг работает, продолжает работать. Все данные внешние он получает. То есть именно получение данных. Вот сколько под гипнозом говорят, человек проходит, пошел по лестнице, ее спрашивают, сколько ступенек ты прошел? Да не знаю. Ввели в гипноз, хоп, все, 25. Не, ну это понятно, понятно. Да, то есть одно дело память, что зафиксировалось. Мы говорим про другую ситуацию, знаете, вот «Люди в черном» фильме, да? То есть люди все помнили, соображали, были в сознании, потом к ним пришли и сказали, посмотрите сюда, не помнят. Вот, и мы говорим, ну вы, значит, были без сознания. Это же неправильно? Нет, нет, это действительно проблема. То есть отличить. То есть есть два варианта. Вот когда идет лунатик или пьяный вечером, алкоголик перепился, на утро не помнит. Угу. Есть два варианта, что у него есть сознание, но было сознание, но потом он не помнит. Вот. Либо другой вариант, что действительно, особенно у лунатика, сознания не было, то есть он действовал сугубо, скажем, было другое сознание. Я правильно так сказал. Есть физиологическое сознание. То есть то, что рисуется на плане физиологии. И есть, скажем, ментальное сознание. То есть у него отключилось ментальное сознание, и он действовал чисто физиологически. Но между ними связи непосредственной, близкой. То есть такой, что я помню все, что физиология делает. Я не помню. То есть мои физиологические процессы проходят независимо от моего ментального сознания. Ну вот мы говорим, что мыши так же, да. Отвечаете на вопрос про муравья. Да. Вот, что у муравья физиологическое сознание, да. Ментального нет, физиологическое есть. То есть если... Только не обязательно его называть сознанием, вот в чем. Вот вопрос. Потому что это не является... Вот... Давайте так, с другой стороны подойдем. Нет, сначала с одной, потом с другой. Да. Значит, если я ощущаю, что у меня есть сознание, я понимаю, что я в сознании, и вот сознание мне дано. Но я не уверен, что у вас есть сознание у всех, да? Но, да, но как-то, значит, ассоциируя ваши действия со своими, ваши поведение, разумные ответы, я все-таки прихожу к выводу, что его у вас нет. Что и у моих собеседников есть такая же какая-то картинка, я не знаю, как она выглядит, но есть некое сознание. Ну и дальше я начинаю, если я вижу, что собака бежит, огибает дерево, заяц тоже убегает от собаки, что они тоже что-то видят, я предполагаю, что у них тоже есть какая-то картинка, схожая с моей, да? Вот где-то тот, почему вот их поведение, скажем так, есть мое поведение, которое не исключено полностью ментальное содержание, разумное, да? И я веду себя как собака. Но я при этом тоже вижу. Я предполагаю, что собака, вот если она будет, или мы психа берем, да, какого-то, он ведет себя как собака. Лает, бегает, но мы как-то подразумеваем, что у него, это, он видит картинку и доктора и все остальное, как человек, да. По аналогии его поведения с собакой. У муравья же зрения нет, поэтому... Ну, есть рецепторы все равно какие-то. Мы говорим... Так, и дальше, вот продолжая вот эту линию, мы где должны упереться? Где вот, лишить кого этой картинки? Теперь с другой стороны смотрим. Мы берем точку в пространстве универсума. Ставим в систему координат какую-то, ее помещаем, ну, скажем, это гравитационная точка или там электрический заряд, да, и говорим, ищем философское понятие, которого нет. Философское понятие такое. Как эта вот сущность, которая воспринимает окружающий мир. Явно, что, скажем, у окружающий мир электрона отличается от окружающего мира молекул. То есть у нас есть философское понятие, которое определяет, как мы должны назвать вот это, вот то, как не как воздействует на него, а как вот сама сущность из себя, изнутри видит вокруг себя что-то, на что она реагирует, на что она различает. В принципе, есть, да. Какое? Ну, как бы... Только она ничего не видит, конечно. Вот. Да. Нет, в кавычках, конечно, различает. Но извини меня, что если вот мы берем какую-то молекулу, в одной среде она так будет себя вести, в другой себе так себя вести. То есть она... Но это же не поведение. Все в кавычки. Физики буквально так и говорят, что эта частица не участвует. Это я апеллирую к предыдущему докладу, где было, что вот одно дело как бы описывать через внешние поля, а другое дело, а что вот это вот из себя она там воспринимает как-то. То есть она, это естественно все в кавычках, она не видит, не слышит, не чувствует, поведение это не психологическое. Если, как бы, от всех психологизмов... Но даже физики в этом случае буквально психологическую формулировку используют. Они говорят, что вот эти частицы, допустим, лептон, не участвуют там в барионных взаимодействиях, в сильных взаимодействиях, не участвуют. Вот, то есть у них, их нет. То есть, понимаешь, вот, скажем, мы должны... не отказались, то есть не участвуют. Кто-то не участвует в нашем семинаре, а кто-то нет, понимаешь? То есть понятно, что вот, если мы поставим систему координат внутрь какой-то сущности, молекулы, клетки, то мир из этой точки будет виден по-разному. Одна молекула химическая и другая молекула. Одна на кислотную среду только будет, мир кислотный для нее, а это щелочной. Это понятно, а в чем вопрос? Вот. Теперь мы двигаемся от электрона к молекулы, клетки. И если мы двигаемся до человека, до муравья, потом до человека, мы также говорим, что у каждого человека есть вот тот мир, который он различает, и на который он реагирует, вот его личный мир. Ну, понятно, да. Каким мы словом это называем? Как мы называем того, кому дан этот мир? Кто различает? Как мы его называем? Субъект. Субъект. А что он различает? Его сознание. Так вот, это одно философское понятие. И для электрона, как и для человека. Это одно философское понятие. Только у электрона это не субъект, а у человека. Вот, вот где? Это, почему? Вот когда мы говорим о человеке, которому нечто дано, что-то различено, о клетке или о молекуле, которой тоже что-то нечто дано, различено, почему мы... Где здесь логика другая? Ну, я объясню. Дело в том, что молекула не может сказать слово субъект. А зачем? Поэтому мы... Нет, зачем нам это говорить? Мы просто... Мы говорим на... Вот это же мы говорим. Нет, извините. Давайте возьмем немого человека. Давайте возьмем неандертальца. Этим ограничимся. Давайте говорить о том... У него нет понятия субъект-объект. Да не нужно было. Мы же назовем его субъектом своего мира. Это наша проблема. Нет, это философская. Сознание – это сущность субъекта. Вот так, можно? Ну, да, можно сказать. Вот духи, там, привидения – это субъекты или объекты? Субъекты. Ну, субъекты, конечно. Нет, для меня они объекты, а для себя они субъекты. То есть вопрос же именно здесь... Здесь нужно исключить всякое психологическое мышление. Идет речь только на нижнем уровне философии. Если в философии такое понятие, которое фиксирует данность мира некой сущности, как мы эту сущность будем называть в этой терминологии, и как мы будем называть то, что дано. Явно, что мир дан по-разному всем. Не, ну можно просто понять, почему так. Потому что мы как субъекты сохраняем сами себя и выделяем себя как субъект. А выделение частицы какой-то, оно себя не выделяет. Нет, а электрону мир дан? Нет, мы выделили электрон. Нет, мы выделили из мира электрон. Он никак из мира не выделяет. Мы о философии говорим, не о психологии. Он состоит сущность. А как действительно, а как вот он сам выделяет себя? А в стадии каждый электрон как самостоятельно. Видите, в чем дело? Вот когда мы говорим про электрон, мы только можем его фиксировать, правда? А он же, но... Не может, мы не знаем, существует он вообще на самом деле. Да, я не знаю, существуете вы на самом деле тоже. С логикой это точно так же. Не в этом смысле, смотрите, электрон, когда он находится внутри атома, они представляют некий клубок. Да, можем ли мы рассуждать о виде атома со стороны электрона? Как он видится? Вот сразу спросят, со стороны какого их там действия? Нет, ну не важно. Давайте с молекулой говорить. Это не будет квантовую механику строгать. А зачем? Вот что вы хотите? Я, честно говоря, не очень понимаю вопрос. Вы говорите, вот есть я субъект, вот есть атом, да, там философски провели. Атом тоже субъект. И в чем вопрос? Вопрос, у меня есть ответ, на самом деле. Да, вот смотрите, вот электрон, действительно, ну представить себе, что каким-то образом он там выделен, да, сам себя выделил, неважно. Вот, он соотнесен со всем остальным миром. Действительно, он соотнесен с ним. Вот. И человек, да, тоже соотнесен со всем остальным миром. Но сознание, вот, это не просто соотнесенность, какая бы то ни была, да, какая угодно, а это вот специальная соотнесенность, которая как бы несимметрична. Да? То есть вот электрон с другим электроном, он соотнесен симметрично, а мы вот, с миром и с каждым предметом соотнесены несимметрично. Нет. В данном случае речь идет уже о наличии самосознания и о отличии сознания. Это следующий уровень. Почему? Я не нет, да, нет, давайте так. Нет, почему? Потому что это, ну, вот это да. Она направлена. Все правильно. То есть, а у них это нет, взаимное точно так же, как у животных. Вот смотрите, два шарика одинаково сталкиваются. Согласен. Мы не можем сказать, этот его толкнул или этот, потому что они Антон, речь не об этом. Вот. Естественно, что у коровы и травы тоже нет симметрии. Между коровой и травой. То есть корова ест траву, не трава есть корову, хотя они взаимодействуют. То есть речь идет не о том, что, по принципе взаимодействия. Естественно, что человек со своим миром по-другому взаимодействует. В нем существует и сам человек, его мысли. Ну, вот. То есть, это уже... Вы спрашиваете про философский концепт. Я говорю, что концепт субъекта всегда в классической философии содержал в себе момент активизма. Активности. Субъект – это активное, объект – пассивное. Электрон, он здесь не проявляет активность больше, чем другой электрон, с которым он соотносится. Тогда дайте мне термин, который будет… И действительно, корова в каком-то смысле в отношении с травой, она выступает в качестве субъекта. Тогда дайте мне термины философские, чтобы мне отличить мир молекулы от мира человека. Да, конечно. Да, как? У нас оказалось… Но у нас оказалось, что есть некое понятие, у которого нет названия. Александр просто субъект определяется как то... Нет, я не определял как. Ну, вы еще не определяли, но смысл того, как он определяется у него, получается так, что субъектом является любое сущее, которое там... Да, то есть, скажем так, можно сказать, определить любое сущее, которому дан как-то мир развлечений. Вот. И, скажем, субъект электрон различает заряды. Субъект клетка там может различить тепло, свет, скорость потока. В таком определении нет удивительного, что субъектом является в том числе. Бросаем в стену, он ударяется в стену. Он что, распознает стену? Нет, конечно, распознает. Он на нее реагирует. Ну, это есть распознавание. Это есть распознавание. Но если я бросаю мячик сквозь воздух, воздух он не распознает. Вы что сейчас делаете? Вы стираете грань между активностью и пассивностью. Нет, я не стираю. Но только что. Вот распознавать и реагировать. Это два разных слова. Нет. Смотрите, в терминах Александра все правильно получается. Действительно, субъектом является и атом, и любое сущее, которое взаимодействует. Есть активный субъект, есть пассивный. Другое дело, что в философии такого определения нет. Нет, да, я согласен, нет. Просто субъект не так понимается. Да. Я все-таки хочу вернуть вас к первому вопросу. В чем был вопрос? Повторите, пожалуйста. Вот этот, когда вы рисовали линию между человеком и атомом. Еще раз. По голове было просто. Нет, ну вопрос... Нет, смотрите, нет, самый главный вопрос. То есть у нас при разговоре про субъекта и сознание всегда возникает проблема отсечки уровня. Да. Где мы остановимся, где мы скажем, что вот это сознание уже нет, и субъекта нет. Вот там дальше без субъекта, без сознания, а здесь сознание с субъектом. Тогда скажите, зачем нам это нужно узнавать? Нам для того, чтобы нормально иметь понятие, что такое сознание, что такое субъект, сформулировать. Еще цель есть. Можно таким образом доказать, что русский народ существует. Это ладно. Просто у Александра есть прямая аналогия между цепочкой от атома к человеку, когда рассуждает о субъекте, и между цепочкой, там, не знаю, там... То есть, если говорить глобально, то есть, значит, философия дуализма, да, которая четко проводит некоторые границы, что вот здесь вот разумное, здесь неразумное, здесь, значит, мыслимое, здесь протяженное, да? Здесь субъект, здесь не субъект. Вот все. Есть другой подход, монистический подход, когда нечто данное для определенного уровня может быть экстраполировано в обе стороны, и вниз, и вверх, и разница релятивистская, а не абсолютная. Ну, количественное, не качественное, вы это хотите. Нет. Количественная разница, а не качественная. Ну, там и качественное, естественно, возникает. Ну, нет, если качественное возникает, можно говорить о том, что это можно назвать другим словом. Нет. Скажем, вот если сознание это понимать только как вместилище мира вот этого субъекта, да, то в нем в одном есть мысль, а в другом нет мысли. Это же качественное различие. Но это не различие сознания, это различие его наполнения. Так вот, но это не качество. Вот, проблема всех таких классификаций состоит в том, что просто они просты. Вот если мы возьмем любую простую классификацию, мы всегда можем экстраполировать ее и вверх, и вниз. И проблема состоит в том, что в этой классификации, поскольку такая экстраполяция возможна, чего-то не хватает. Надо ее дополнить новыми критериями, чтобы отделить, как бы. Да. Ну, Булат, как известно, дальше идет темпоральная онтология, дальше идет событийная онтология, в которой наполняется, почему это так возможно и почему это так делается. Просто тогда не получится, что сознание есть у муравья и сознание есть у нас, а получится, что у муравья что-то свое, а у нас что-то свое. Нет, я бы предпочел такую терминологию, вот просто чистыми словами, что сознание это мир, различаемый некой сущностью, данной этой сущности, в котором он существует, в котором что-то существует, в котором он действует. Ну, пассивно или активно, на что он реагирует. Вот проблема исследования заключается в том, что мы не можем понять, есть ли у атома сознание или нет. Так же, как, например... Естественно, так же, как у меня проблема, нету понятия, есть ли у вас или нет. Абсолютно с той же степенью. Не с той же степенью. Есть понимание... Нет, если говорить о картине мира, о наличии, я не знаю... Мы договорились, что нету у электрона картины мира. Почему нету? Ну как она есть? Ну мир как-то дан электрону, где-то он существует. Потому что отношение в любом акте взаимодействия. Так и у нас взаимодействие. А не очень простое. Инфузории, туфельки, у всех у них непосредственное отношение к миру. Так и у нас также непосредственно. А у нас не непосредственно, а сопоследованная картина и мира в том числе. Нет. Мы не теряем сознание, когда мы находимся в непосредственном отношении к миру. Проблема в том, что различие между сознанием человека и как бы сознанием в кавычках животного, да, и уж я про атомы молчу, она проходит до границы. Вот вы пытаетесь все провести, как бы отсечь вот эти виды там животных или вот какие-то уровни. А эта граница, она проходит внутри человека. Внутри человека это граница. Ну, это на нашем уровне субъектности. Вот, все. Ну, да, это проблема. А при этом внутри человека. Дальше мы говорим, берем академика и внутри человека, значит, там не в этом смысле. ПТУшника. Что дальше... мы одновременно как бы являемся, понимаете, и вот этим животным сознанием, и сознанием вот в полноценном смысле. И когда мы проводим всякие эксперименты, нам невозможно, то есть это надо обладать какой-то дополнительной технологии, чтобы отличать одно от другого. Нет, в моей терминологии это звучит так. Чтобы отличать, условно говоря, где мы пассивно действуем, а где мы активны. Как мы это будем делать? В моей терминологии это звучит так, что у нас есть множество тел. Множество тел. То есть это духовное, ментальное, психическое, физиологическое, химическое, физические тела. Да? И на каждом из этих тел у нас есть сознание. То есть, когда мы теряем сознание, остается сознание физиологическое. Понятно, что человек – это полифония сознания. Вот. Да? И некоторые люди специальными практиками умудряются смещать подключение к разным сознаниям. То есть, йог может подключиться к физиологическому сознанию своему. И управлять кишечником, сердцем, легким, то есть, всем управлять. Вот. И действительно, да, но тогда мы должны, что вот когда он смещает свой уровень, проходит, да, смещает вот туда, мы должны это тоже назвать сознанием. Можно как бы маленькое замечание тоже в аналогии. Вот древние люди, на самом деле, по критерию движения определяли, что что-то живое. Вот они смотрели камни, там, как катаются, значит, камень живой. Смотрят деревья, значит, дерево живое. Смотрят, тучи двигаются, значит, туча живая и так далее. И вот в некотором смысле, вот в этой же аналогии рассуждаете вы. Потому что они считали, что движение... Потому что кто-то в развлечении, вот мы в развлечении, что-то там вокруг себя различаем какой-то мир. Ну, атом же ведь тоже различает. Ну, философия с этого началась, что камень живой. Я субъект и атом-субъект. Но это ведь точно такое же древнее мифологическое рассуждение, когда считали, что я движусь, я живой, камень движется, он живой. У них менее мифологическое было, потому что они считали, почему так, они считали, что как бы естественное состояние есть покой, а чтобы движение было, нужна причина. Откуда возьмется причина? Вот, значит, это живое, значит, внутри нее есть движущая причина. А у Александра даже этого нет. У него просто электрон как бы... В различии. Да. Нет, ну, в любом случае. Вот эта причина, да, это был активизм как раз вот этой вещи. Вот она двигается, она активная, понимаете? Не, просто все остальное пассивное. Что пассивное лежит, оно никогда не произошло, что поняли, на самом деле, что движение не обязательно требует какую-то душу внутреннюю или чего-то. Не, ну что развлечение, что камень-то не было. Понимаете, самое что интересное, что вот мой подход, он никак не затрагивает все разговоры про сознание человека, а делает только такую поправку, что сознание человека отличается содержанием. Так то-то и страшно, потому что на самом деле я-то считаю, что сознание есть только у человека. Нет, это терминологический вопрос. Нет, это не психологический. Терминологический. Зачем терминологический? Это терминологический вопрос. Вот нельзя же так поступать. Вот у нас есть сознание, да? Нельзя же так поступать, что давайте сознание определим то-то, и значит, так и вот так и так значит, делается. А потом говорите, ну вот у меня... дело в том, что у термина сознание, то есть столько смыслов. Нет, дело не в термине сознания, а есть... Мы должны договориться об одном из них. Есть некая феноменология, вот мое сознание, да, и у вас ваше сознание. Вы должны, как бы, когда термин приводите, оно должно соответствовать вашему... Да, моей феноменологии соответствует. Ну, а моей нет. И как да, все правильно, значит, мы будем с вами просто говорить на разных языках. Да нет, это же просто, значит, вы как-то редуцировали. Нет. Философия, Булат, философия. Вот что человеку кажется, как он своей феноменологии определяет, так и будет. Если у нас она будет разная, это не беда, это нормальная ситуация. Гегель не понимает Канта, Кант Гегель. Нет, ситуация нормальная. Сознание. Вот мы поняли уже. Ситуация нормальная, но у вас его нет. Вот. То есть ничего не теряется. Просто. Я не говорю, что что-то теряется. Я согласен с тем, что вы имеете право вводить любой понятие. Просто для того и существует обсуждение. Для того, чтобы сравнить, вы говорите, что это так, а мы как-то вот сомневаемся, вот наша феноменология, она не похожа. Так это естественно. Я и не хочу, чтобы она подходила. Я просто поясняю, для того, чтобы понять какую-то мою логику, которую развиваю, я ее рассказываю. И чтобы можно условиться, давайте говорить о вашем термине сознания, там обсуждать... Нет, у меня не термин сознания. Нет, понятие. У тебя есть сущность какая-то. Есть некая сущность. Мы будем обсуждать, но мы же не будем утверждать, что вот именно ваше представление о сознании истинное, оно соответствует вашему представлению. То есть, что для меня сознание? Вот я вот сейчас сижу и вижу. Независимо от того, помню я что-то, не помню, я ощущаю, вот это мне дано в сознании. Если меня сейчас стукнуть по голове, я это потеряю. Я потом очнусь, и опять это увижу, я вернусь в сознание. Вот, я себя спрашиваю, собака падает в обморок? Падает. Шикарный ролик на ютубе, хозяйка приехала 2 года, не видела, собака прибежала, лает, свищит, все, такая вот болотка следует какая-то. По-вашему, что если сознание есть то, что мы теряем, когда теряем сознание, значит у собаки есть сознание. Логика просто железная. Все правильно. У меня собака в отключке. А машина, знаете, машина перегревается там вот. На болото. Вся машина у вас. Да. Значит, в моей терминологии очень правильное определение. Точно так же, если есть сознание нормальной функционирующей машины, которая нормально различает то, что за нее дергают, какие ручки управления, и, скажем, может, какие-то датчики или еще чего-то. Вот она, да. Как человек в нормальном состоянии, тоже вот ему что-то дано, и оно существует. Если экстремальная какая-то ситуация, человек падает в обморок. Он переключается на сознание нижнего уровня, на физиологическое. А машина что делает? Машина выключается и перестает реагировать. Сознание камня. Значит, она перестает реагировать. Девушка, которая говорит следствие, вы с ней бережно, она же все слышит. Не-не-не, она на сознание металлолома переключается. На сознание металлолома, все правильно. Потом, если после того, как мы умрем, то есть наша вот эта кучка, которая... вы решаете проблему смерти, я понял. Переключается на сознание молекул. Мы не пропадем, мы станем этими элементарными частицами. Ну, конечно, будем просто... разве в этом было сомнение? Единственное, что вот то цельное сознание ментальное, которое, оно, естественно, пропадет. Оно в обмороке пропадает, оно и пропадет, когда умрете. Может быть, там интереснее будет. Может быть, я не... А куда оно пропадает? Раз... Нет, вообще, мы сейчас рассматривали от атома до человека, вернее, сначала от человека до муравья, потом к атому, потом к человеку. А теперь стоит в другую сторону выше, посмотреть. Да. Выше. Но видите ли, что делать? Там Грегоры... Если у нас уже есть сознание, то там какое? Там есть сознание сообщества, то есть есть сознание, скажем, может... То есть, когда я говорил, что йог может путем практик сместить уровень своего сознания на физиологическое сознание, Вот. То есть отключиться от мысли, он уже не мыслит, он только осознает, для него мир превращается в чисто физиологический мир, где он действует. Но заметьте, вот здесь воля, вот здесь есть активность, здесь есть переключение. Да, конечно, есть. Его. Я же говорю не о том, что у человека... Нет. Я говорю о том, что человек в ментальном сознании может иметь активность. У машины нет этой активности. Как в физиологическом сознании есть некая активность, а еще ниже нет активности. Переключение между уровнями сознания не есть что-то, что лежит внутри сознания. Вы согласны с этим? Невозможно как бы за счет того, что это лежит как... в одном из слоев, да, вот вы говорите, активность лежит в сознании. Невозможно было бы переключаться между вот этими уровнями сознания. Это надо делать извне, понимаете? Осуществлять эту деятельность переключения? Это сложный вопрос. Можно забиться, я лучше... Нет, это хороший вопрос. То есть как это делается и какие практики это позволяют? А вот повыше, да, пожалуйста, другие практики медитативные позволяют также освободиться от ментального сознания, но перейти повыше уровнем, теряя в нирвану. То есть там приобретается совершенно другой мир, там совершенно другое сознание. Интересно, а что такое бессознательное? Потому что сознание обладает все, и камень там. Значит, бессознательное? Нет, Булат, объясняю. Вот та же память... Тени субъектов высшего уровня. Та же память, как об этих ступеньках, она хранится в бессознательном относительно ментального сознания. Ты не помнишь. Но если тебя в гипноз ввести, сместить уровень, ты это можешь вспомнить. То есть на каждом уровне есть свое бессознательное? Бессознательное — это за пределами конкретного уровня сознания. Вот у камня есть сознание, а бессознательное его где находится? Другие уровни. Другие уровни, то есть, скажем... Бессознательное у камня — это что? У него примитивнейшее сознание на уровне гравитации, поэтому там трудно говорить. А у человека нормально, скажем, у клетки. Подождите. Про камень говорите, примитивное сознание на уровне гравитации. Это то сознание, которое нам доступно, восприятие. Да, может быть, что-то. Понимаете? Если мы перейдем на другой уровень, на уровень нирваны, мы увидим, что там он тоже такая же личность, как и мы. А кто? Камень? Да. Нет. Потому что у вас выстроено иерархически все. Откуда вы это берете? Может быть, мы рядом сосуществуем. У нас свой мир, у него свой, а сверху далеко мы объединяемся. У камня, как известно, процессы идут медленнее, чем у нас. И с точки зрения времени он возможно не успевает. Это и называется, что наверху, что внизу, и что в принципе... Если мы берем огромные промежутки времени и огромные массивы сознаний нижнего уровня, они наверху объединяются в сознание высшего уровня. Александр, но и тогда непонятно, зачем спор. Но мне кажется, что сознание... А для того, чтобы этот спор был, иначе мы не имели терминологию. И отсутствие сознания, понимаете, в чем дело? У сознания есть одна проблема. Сознанию нужно чесаться. Нет, самосознанию. Ну, или самосознание. Самосознание не нужно. Сознание – чистое созерцание, чистое развлечение. Оно не различает себя. Это уже следующее. То есть, если я в этом сознании различаю свое тело, тогда возникает самосознание. Но тогда спор, который мне интереснее другой аспект. Не то, там, что сознание, что не сознание. Это для меня там уровень терминов, да, и уровень моего восприятия. Знаете, каждому по вере его дано будет. Если я верю, что камень живой, я с ним буду общаться, и я получу от него ответ. Вот, и он будет мне говорить в моем сознании. Другое дело, вот сейчас я увидел очень интересную вещь. Вы спорили между собой, не имея цели. И я подумал, осознаете ли вы какую-то цель или нет? И если не, осознаете, то идете ли вы к ней, а если не осознаете, то тогда зачем это все? То есть это может потребность самосознания просто поспорить? Нет, в данном случае это совершенно прагматическая цель. Я сейчас работаю над этой темой, и мне очень важно получить какие-то критические споры, все, то есть в этом рождается. Много раз какие-то моменты с Булатом мы просто вот на белую нитку находили какие-то решения, именно когда он возражает. Но вот тогда это похоже на манипуляцию, потому что для меня до сих пор не дошла главная вещь. В чем ваша цель? Я же вашей целью... Цель размять тему, прагматическая. Я слушал и, кажется, немножко понял. То есть, как бы, каждый, предмет, объект, не знаю, вот то, что я вижу... Вот очень сложно назвать, сущность какая-то, да. Обладает неким, горизонтом, который может воспринимать. Нет, живет в некотором... Для меня как бы допустимо, ну, что да, вот, ну как сказать, собака может что-то там понимать, реагировать. Понимать там. Нет, это уже. Ну, что такое понимать? Подождите, это... я сейчас как бы мысль доведу, вот как бы все очень просто. Как бы мне понравилась метафора с машиной, которая вот не хочет заводиться. Только я не могу понять, как вот эти самые гайки, которые в ней собраны, образуют единую машину. Если каждая гайка точно так же самостоятельно обладает каким-то своим пониманием. Точно так же к молекуле образуют клетку. На основании чего? Эти гайки складываются вот как бы в машину. Это другая тема. Они в машину, и да, допустим, там меня как водителя в нее включат. Это другая тема, естественно. Это я только на основе своего зрения вижу, что как машина, вот выделяешь это там. Да. А машина как выделяется? Нет. В данном случае это совершенно другая проблема, которую лучше сформулировать на уровне химических молекул и клетки. То есть мы можем точно рассматривать некие химические процессы, но при этом не видеть этой клетки. Она тоже построена на них, и можем говорить, что есть некое бытие молекул в их мире, которые различают соседние молекулы, но их бытие так организовано, что они образуют некую новую сущность, которая уже по-другому видит мир, у нее другой мир. На основании чего? На основании чего? Ну, как вот мы... ну, Александр, получается, что все субъектно. Вы сказали, что все объекты, а он говорит, что все субъекты. Нет, нет, правильно сказать так, что объект – это то, что дано субъекту развлечения. Хорошо, вот все есть субъекты. Все объекты. Но при этом, да, нет, но при этом я понимаю, что как я могу каждого из вас наделить субъектностью с вашим миром развлечения объектом, да, то есть я могу, что вот этот вот аппарат реагирует на радиоволны. И у него есть свой мир. То есть это не тот мир наш, который мы мыслим, там, чувствуем, все. Но для него, вот скажем, если чисто механистически вот взять и построить картинку, вот он, значит, в системе координат, вот, значит, у него есть объекты радиоволны, у него есть объекты кнопки, мои пальцы. Он субъект, правильно? И он субъект в этом мире. Ну все понятно. Он субъект в этом мире. Просто проблема в чем состоит? Что на самом деле в этом мире существуют субъекты только те, которые себя различают. А это, ну, только живые существа. Нет, это терминологически. Хорошо. Предметы все остальные мы отличили. Атома, может, никакого нет. Просто в наших... Просто на кончике пера. Да, на кончике пера. Давайте вспоминать тогда первое, с чего я начинал. Я начинал с того, что почему мы заперли себя в сознании, а муравей живет в объективной реальности. Почему мы считаем, что молекула живет в объективной реальности? Нет, не считаем-то как раз так. Как раз у муравья-то, может быть, как-то еще можно говорить о сознании, но никаким образом у камня или атома. Нет, ну, Булат. Потому что муравей сам себе хоть как-то, Булат, я полностью согласен, что в терминологии, в которой сознание определяется через самосознание, я говорю ерунду. Нет, причем здесь самосознание, так не определяется. Нет, просто вот ваш, допустим, вопрос вот по поводу других людей. Почему как бы мы наделяем их совершенно как бы необоснованно, да, сознанием? Хотя могли бы воспринимать их как механизмы, опять же, да. Мы не видим их феноменальный опыт, но, тем не менее, определяем. Можно как бы в духе Игоря ответить, что это форма отчаяния. Мы не хотим быть одни, понимаете, одиноки. Нет, поэтому понятно. Мы готовы... Я же камни объясню, по-другому. Дело в другом. Дело в том, что единственные субъекты, которые сохраняют время, да, а именно только они являются субъектами, являются живые существа. Потому что все остальные, вот камень, например, как мы можем определить, что он субъект, если он каждую секунду другой? Он себя не сохраняет, мы его сохраняем. Себя? Послушайте, в том-то и состоит смысл, что когда я вот говорю, вот этот конкретный камень, который лежит передо мной, он становится как бы субъектом только потому, что я сохраняю себя во времени и сохраняю его вместе с собой. Он есть объект в вашем сознании. Правильно, но он является объектом в моем сознании, и он сохраняется, как этот объект, вот тот же самый здесь и сейчас, только потому, что я его сохраняю. Могу сказать прагматическую вещь. Но сам по себе он не является объектом. Могу сказать прагматическую вещь. То есть субъектом не является. То есть мы должны как бы понимать, что эволюционно... Вот, я вот здесь вот начерчу вот такой квадрат и буду сохранять его. Понимаете, вот сохраняю вот часть вот этого стола в виде квадрата. Да. Сохраняю, отвернулся, ее не стало. Вот да. О чем говорит Булат. Ну, а вот животное, лисичка бегает, понимаете, и она сохраняет себя в моем сознании иначе, да, чем понятно. Этот квадрат. Конечно, иначе. Вот. Нет, давайте так, во-первых, когда я сегодня писал текст на эту тему, я написал понятие X. Допустим, у нас есть некое понятие X для обозначения того, как мир дан некой сущности. Я не называю. Так нету этих сущностей. Вот ну как нет? Речь идет о том, что это вот этот квадрат на столе, понимаете? Эта сущность должна себя сохранять во времени. Это существенная проблема. Вот организм живой сохраняет, растение сохраняет, человек сохраняет. Да? Знаете, гравитацию мы выдумали, вот, электрон мы выдумали, а дальше оказывается, что электрон живет в мире гравитации. Вот о чем мы говорим. Понимаете, мы удерживаем и гравитацию, и электрон, как вот этот квадрат на столе. С электронами еще сложнее, ведь электроны неразличимы, правильно? Их нету как бы на самом деле как отдельных сущностей. Это отдельный вопрос. Давайте так, но прежде всего не надо путать онтологию с гносеологией. Нет, подождите, я не знаю, там онтологию. Вот мужчина, который всегда может повернуть другую систему координации. Вопрос, кому что дано, что мы это придумали, это не то. Нет, еще раз говорю, я не говорю о том, что мы придумали, а просто вопрос о том, что есть какие-то сущности, это вопрос нашего отношения к миру. В нашем отношении к миру мы выделяем сущности, мы сохраняем сами себя во времени, и сущности, которые вместе с нами сохраняются, во времени только потому являются сущностями, что они точно так же во времени сохраняются благодаря нам, которые удерживают их, как эти сущности. Сущности ограничены. Вот поэтому их-то нет, такие. Этих сущностей. Их-то как бы нет. На самом деле, пока конечно. Я их удерживаю, они есть. Конечно нет. Но не то смысле, что я их придумал. А в том смысле, что в моем мире на самом деле удобно. Да, Булат, камни отдельно выделять.